Здравствуйте, с вами Александр. Посадил сегодня с утра павловню и воде. В общем, так я хотел успеть это все сделать в 2020 году. В общем, я это все сделал. С утра пораньше еще не расцвело. А у меня уже забот хлопот. Вот они, вот эти вот семена павловни. И вот рядом и воде. Не хотел я откладывать. Но потом, в общем, решил часть посадить в этом году. А часть уже посажу в следующем. Каким образом садил? Садил, как жена садит петунии, мелкие семена. Она их вот так вот снегом закладывает. И они проходят естественную стратификацию. Вот и я так начал делать. То есть начал я по-старому делать. Хотя вчера тоже посадил один стаканчик со снегом, а подзабыл. А мне тут Екатерина, а что ты снегом засыпь? Я опс, и побежал сразу же присесть. Принес снега, засыпал и сделал вот такую красоту. Где-то на каждый стаканчик в районе десятка семян павловни, плюс-минус, и по несколько штучки, по три семечки и води. Хотел сначала в отдельные стаканчики посадить, но думаю, ладно, вместе потом разберемся. Семена у меня еще и остались, эксперименты буду продолжать. Ну, вчера, просматривая очередные миллион роликов по этой теме, увидел, что семена павловни очень недолго хранятся. Буквально полгода и все. И вот их надо сажать начало января, конец января, февраля максимум. И потом уже не очень. Также у меня был опыт заказа. Я заказывал, кажется, с Алиэкспресс тоже такие семена. Ну, как-то я их высыпал и забыл, тоже уже по времени поджимало. В общем, ни одна семечка не проросла. В общем, чтобы минимизировать риски по этой теме, решил вот такое дело сделать заранее. Ну и потом еще, уже в новом году будем совершать эти посадки. А пока мисс, вот такие вот дела. Еще раз покажу вам эти прекрасные семена. Да что он опять волнами свет пошел. Не было же волнами. Почему она? О, сбилась волна, опять пошла. Вот такая красота. Ну ладно, в этих волнах света будем закругляться. Дорогие друзья, желаю вам всего доброго, счастья, здоровья. Закладывайте такие сады. Микрозелень тоже выращивать, тоже очень вкусно и полезно. В общем, с Новым годом поздравлять не буду. А я уже этот праздник не праздную много лет, когда изучил его моменты. Мало того, что мне никогда не нравилось, что елки вырубаются, елки, сосны на Новый год. Это такое ритуальное убийство. Плюс я еще изучил ролики по этой теме, что... Ой, в общем... Рекомендую вам тоже изучить, что мы празднуем все-таки на Новый год. И стоит ли нам это праздновать, хотим ли мы это праздновать. Да, праздники есть, но не Новый год. В общем, какие-нибудь другие праздники есть в это время. Желаю вам всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока.